Всем привет, дорогие наши друзья и зрители нашего канала. Сейчас у нас очередное чаепитие. У нас уже было на канале чаепитие, но сейчас немножечко с другими составляющими. Так, конфетки, печеньки, шоколадки. У Насти чай ромашковый. А, не ромашковый, мята. Это у детей ромашковый. У меня каркаде. Захотелось каркаде. Так, все сразу на конфеты ринулись прям. А я вот лучше шоколадку начну. Я не сходил с утра в магазин, но купил таких вкусняшек. Я себе сделаю вот такое вот чай. Печенье. Бумажку шоколадное дали. Печенье себе сделал. Детки, съели по одной конфетке и хватит вам. Вы же понимаете, что вам много нельзя сладкого. Это Паша нельзя, мне можно. Даже чуть-чуть. Вот, с ромашкой. Если надо, ложечку могу дать. Вкусные конфеты вот эти, каракум. Вкусные. Нормальным составом, да? Неплохим? Да. Если не пишу состав. Там надо разворачивать, чтобы его читать. Это Красный Октябрь, они же хорошие конфеты. Это, наверное, мне кажется, одна из последних марок, которая пока еще не добавляет пальмовое масло. А у них очень большой ассортимент конфет. Вообще, да. Но, опять же, надо читать, вникать. Вкусные конфеты. Каракум. Да, вот такие конфетки. Каракум. Да? Ставьте лайк, кто любит конфеты каракум. Я люблю. Я помню, я как-то работал с одним мужичком. Он как бы старше, как уже наверное, дедушка. Я тогда еще был молодой, а он уже был дедушка на тот момент, кстати. Да, но он такой молодой дедушка был. И вот я помню, он на работу приносил вот эти конфеты каракум всегда. Угощал меня каракумом. Вкус детства, скажи. Угу. Я прям ассоциации. Шоколадка Милка с фундуком. А помнишь? Милка. А с каким? Батончик, конфетки. Красный Октябрь, который круглые такие батончики. Мама. Да. Ротфронт. Или Ротфронт, да. Такие в красной упаковочке. Да. Я их обожала в детстве. Тоже брали? Угу. Ну, по-моему, там ядерный состав. Они как бы такие бюджетные очень по цене. Соответственно, там по-любому добавляются кусочки. Угу. Ну да, Милка. Ну что за орех? Миндаль? Да, миндаль. Миндаль, да. И на надзор смотрит сразу. Что мама скажет. Не на папу смотрит, а на маму. Конечно. А знаете, почему смотрит? Потому что обычно после еды, если даем сладкое, то в одном, допустим, одну конфетку или там максимум две дольки шоколадки, да? То есть не балуемся на конфеты. Нет такого, что у нас на столе стоит ваза с конфетами, да, и дети подбегают, и берут сколько хотят. Такого у нас нет. Потому что понятно, что если так поставить вазу, то... А знаете, когда я была у Эмы в гостях, я целую конфет съела. Целую чего съела конфет? Вазу конфет? Я такого не помню. Когда это было? Я не рассказывала. Видимо, меня не было рядом. Она говорит, когда была. Я гуляла, я к Эме в гости зашла. В гостях когда она была? Когда это было? Когда на день рождения ты ходила? В гостях, она же сказала, когда была. У кого в гостях? У Эвы. Ну ты вообще что ли, Даша? Знаешь, что хочешь? Бородила я одну съела. Кстати, там на канале спрашивают, как ты сходила на день рождения. И ходила ли ты вообще туда? Вероника. Расскажи. А то люди переживают, что ты думаешь, что мама не отпустила тебя и отправила на гимнастику. Расскажи людям вообще. Я пошла на день рождения. Там было очень классно. Тортики, пиццы, конфеточки, роллы. Но Даша ничего не ела, как она рассказала. Я сомневаюсь. Это же от торта отказалась. Угу. Он такой невкусный там. А что ты ела? Ничего, я там не ела. Такая одну роллиную и все. За целый вечер одну роллину? Угу. Даша ушла 5, а пришла в 9. Съела одну роллину, Даша, на тебя не похоже. Серьезно, это что-то не так. Там на батутике маленьком прыгали. Тебя там подменили, что ли? Да, подменили.
Мне просто некогда было. Тогда все дети, видать, веселились, а ей неудобно было сидеть одной за столом. Нет. Да? Все просто посидели за столом, поговорили и все, и разбежались, как я. О чем говорили-то хоть? А другие дети ели? Или никто не ел? Ну что, мы там взрослые. Вот оно что. Оказывается, просто было неудобно. Так хотелось, да, покушать? Оказывается, взрослые, скорее всего, взрослые не просто ели, они еще и пили, да, наверное? Нет. Сок-то пили? Сок. Да. Сок. Я же про сок говорила, а вы что подумали? Я два стакана сока выпила. Ясно. Яблочного. Хотя. Вот эти крекеры вкусные, вот они мне нравятся, да. У них состав такой более-менее хороший. И хрустящий, как чипсы. Угу. Не так чипсы. Чипсы вкуснее, чем эти. Вкусненькие, да, кстати, печенюхи. Что в чипсах яда больше, поэтому они вкуснее, кажется. Вот мне интересно, да, вот подают картофельные чипсы, да, а в ней бывает, что вот в некоторых чипсах даже картошки нету. Ну, по существу. Там, наверное, картошки, ну, может быть, и есть, но да, немножко, да. Там, процентов 5-10. Хватит глазить на все конфеты и шоколадки. Она просто не знает, за что схватиться. Смотри, Паша уже целый стакан чая выду. Хотя на него не похоже, обычно ты выпиваешь быстрее. Чё? На меня хватит смотреть? А то об этом будет писать, что на маму посадить. Представь, что ты на день рождения. Так, на день рождения надо, наоборот, ничего не ела. Так я и говорю, представь. Да ладно, что ты там начинаешь это все? Еще под стол залезь и там съешь. Я даже уже не хочу. Куда вас столько сладкого лезет? Мы сладкоежки. Не горячо. Лёша спит. Ничего, ничего, мама. Не переживай. Когда у тебя появятся свои детки, ты поймешь, что такое кричать. Детки, конфетки. Я, кстати, когда была маленькая, помню, мама постоянно делала замечания. Настя, не кричи, не кричи. Я постоянно как-то, у меня вот такое повышенное тоже было. Да, интонация у меня. Громкость голоса была очень такая, не маленькая. Как сейчас помню, я уже такая во взрослом достаточно возрасте была. Еще бабушка была жива, помню, Дикопольцева даже еще. А я этого не понимала. Ну, просто маме не нравилось, когда я громко разговариваю. Да. Она мне делает замечания. Не просто кто-то там спит, да, кто-то там что-то, не знаю, болеет, приболел, что она тихо разговаривает, да, там. Просто ей не нравилось, что у меня громкая речь. А сейчас я сама понимаю. Не, ну если бы не было, конечно, маленьких детей, я бы не делала такие замечания. Все равно дети. Что когда спит ребенок, совсем грудной, конечно, я делаю замечания. Понятно. Потому что он от резких звуков просыпается. И Леша подрастет, а там... я не буду вам такие замечания делать. Окошко не открыто у нас там в спальне? Я закрыла его. Потом этот сверлит. У нас там ремонт под окнами. А что на балконе открыто? Тогда на балконе, ладно. 10 минут еще успевает. Сейчас так. Детки пойдут на массаж. Сегодня у нас последний день массажа. Амплипульсик у меня. И амплипульс у Даши. Тоже последний день. Да. Бра! Вот 10 дней проделали. Угу. Ну, массажа 8 дней. Денис, мы уже перебор явный. Тоже штука 4. Все, давай последняя и все, и точка. Я две съела. Я последнюю конфету, я последнюю. Последнюю, ладно. Что смешного, кстати? Вот скажите, вот ответьте на мой вопрос. На Пашу не похоже вообще вот это. Даша, а вот тебе хватит, действительно, ты съела пол шоколадки, вот реально. Дай сюда. Ну, или пусть она все покраснеет, и аллергия у меня. Да, у тебя аллергия же полезет. Не, а потом, мы не просто я так. Одну, я одну. Мы пожалуйста. Не просто так, Даша. Ну, Даша, серьезно, мы тогда больше снимать такие видосы не будем, раз ты вот не можешь себя в руках держать. Это же ненормально. Ты съела пол шоколадки. Денис, я хочу тебе сказать так. Если мы поставили тарелку с конфетами, то пускай они едят эти конфеты. Надо было просто туда поделить поровну. А, их надо было 4 конфетки, да, положить тогда? Нет, здесь две, каждому ровно. А что ж ты мне так не предложила сделать? А так, конечно, они сейчас будут налетать. Короче, это ладно. Раз. А во-вторых, это ее здоровье. Пусть она сама думает головой. Я не раз об этом говорила, что она краснеет. Ладно. Ешь. Лысеть будешь и краснеть. Вот это тоже съешь, нет. Кстати? Нет, пока не съешь, не выйдешь со стола.
папа же решил, да, что положил каждому. Да, вот это видос у нас огнеупорный вышел. Да, ладно. С мамой вообще опасно нам такие сладкие видосики снимать. Действительно, надо каждому по конфетке, по печеньке там, и по одному кусочку шоколадки. А это чревато просто, я же не просто так. Чревато. А что-то вот смотрю, это Бабаевский не пошел, да? 70%? 75%. Не пошел как-то Бабаевский. Он не вкусный. Знаешь, ест. Отстань. Ты о маме заботишься? Я о папе. Я вполне себе наелась и больше не хочу. Я же не дикая. Ой. Ну что? Нам... Съела дозу за 3 дня вперед. Да. Ну что, нам пора выдвигаться. И в обед и пирожного тоже не увидим. Ой, ладно, дорогие наши зрители. Сегодня такое опять немножко трэшное видео немножко вышло. Всем спасибо, кто досмотрел нас до конца. Павел, один ты папа всегда хороший. Ты будешь прощаться? Пока. Пока-пока. Ладно, всем хорошего настроения. А мы с вами прощаемся. До новых встреч. Скоро увидимся. Пока-пока. Пока. Спасибо.